В городе Берн в рамках рабочего визита глава Кубани проведет ряд деловых встреч и переговоров. Так, например, планируется, что в Швейцарии подпишут протокол о намерениях по сотрудничеству между администрацией Краснодарского края и Государственным советом кантона Тичино. Также Вениамин Кондратьев посетит сессию Российского экономического форума, одной из главных тем которого станет развитие международного и регионального партнерства.